Чего вы всегда ходите в черном? Это траур по моей жизни. Я несчастна. Отчего? Вы здоровы. Отец ваш не богатый, но с достатком. Многим живется гораздо тяжелее, чем вам. Дело не в деньгах, и бедняк может быть счастлив. Это в теории, а на практике выходит так. Я да мать, да две сестры, да братишка. А жалование всего 23 рубля в месяц. Вот тут и вертись. Одолжайтесь. Не хочется. У моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Это понятно. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего? Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью. Вот и все. Господа, сюда нельзя! Когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Пожалуйста, уходите! Пойдемте. Только бы Заречная не опоздала, а то пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Надо бы тебе постричься, что ли. Трагедия моей жизни. У меня и в молодости был такой вид, будто я пил запоем. Меня никогда не любили женщины. А чего сестра не в духе? А чего? Ревнует. Она еще не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее. Ей досадно. Вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. Успокойся. Мать обожает тебя. Любит и любит. Любит и любит. Не любит. Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы. Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки. А мне уже 25 лет, и я постоянно напоминаю ей о том, что она уже не молода. Она любит театр. Ей кажется, что она служит человечеству. А по-моему, современный театр — это рутина. Когда из пошлой картины фраз стараются выудить мораль, мораль маленькую, добро понятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысячи вариациях мне подносят одно и то же, то я бегу. Как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью. Без театра нельзя. Нужны новые формы. Новые формы нужны. Если их нет, то лучше ничего не нужно. Я люблю свою мать. Сильно люблю. Но она ведет бестолковую жизнь. Вечно носится с этим билетристом. Не знаю, может, во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного.
Но иногда мне бывает жаль, что у меня мать известная актриса. Мне кажется, будь она обыкновенная женщина, я был бы счастливее. А я, брат, люблю литераторов. В молодости я хотел страстно двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератором. И маленьким литератором быть приятно, в конце концов. Что она? Я не опоздала? Конечно, нет. Везде не беспокоилась, мне было так страшно. Я боялась, что отец не пустит меня. А чего вы смеетесь? Глазки, кажется, заплаканы. Нехорошо. Да, это так. Через полчаса я уеду, надо спешить. Бога ради, не удерживайте. В самом деле, пора начинать. Надо идти звать всех. Я скажу. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема. Боятся, как бы я не пошла в актрисы. Мое сердце полно вами. Не уезжайте рано, умоляю вас. Нельзя. А если я поеду к вам, я буду всю ночь стоять в саду и смотреть на ваше окно. Нельзя, вас заметит сторож. Я люблю вас. Волнуетесь? Да, очень. Ваша мама, ничего, я не боюсь ее. Но у вас Тригорин, известный писатель. Он молод? Да. Какие у него чудесные рассказы. Не знаю, не читал. Ваши пьесы трудно играть, немало действий, одна читка. По-моему, в пьесе непременно должна быть любовь. В 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Чудно играла. Кстати, вы не извольте знать, где теперь находится комик Чадин, Павел Семенович. В Расплюеве был неподражаем. Лучше Садовского. Да, многоуважаемый. Вы все спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю? Костя! Мой милый сын, когда же начало? Через минуту, прошу терпения. А, Чадин, Пашка Чадин. Нет, таких больше нет. Пала, сын, Ирина Николаевна, пала. Раньше были могучие дубы, а теперь одни лишь пни. С вашего позволения, я сяду рядом с женой. Угу. Евгений Сергеевич. Блестящих дарований теперь мало, это правда. Но средний актер стал гораздо выше. Нет, не могу с вами согласиться. А впрочем, de gustibus aut bene aut nickels. Как говорится, о вкусах не спорят. Господа, прошу внимания. Я начинаю. О вы, почтенные старые тени, которые носитесь над озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через 200 тысяч лет. Через 200 тысяч лет ничего не будет. Ну что ж, пусть изобразят нам это ничего. Пусть мы все спим.
Львы, орлы, куропатки, рогатые олени и пауки, и молчаливые рыбы, обитавшие в воде, и морские звезды, и те, которых нельзя было видеть глазом. Все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Это что-то декадентское. Мама! Вот уже тысячи веков земля не носит на себе ни одного живого существа. И эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. Пусто, пусто, пусто. Тела живых существ рассыпались в прах, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я. Во мне сознание людей слились с инстинктами животных. Я помню все, 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 каждую жизнь я вновь переживаю в самом себе. Серый пахнет. Это так надо? Да, да. Я одинока. И голос мой звучит в этой пустоте уныло. И никто не слышит меня. И вы, бледные огни, не слышите меня, как пленник, брошенный в пустой колодец. Я не знаю, где я, и не знаю, что меня ждет. Я знаю лишь, что мне суждено победить. Материя и дух сольются в гармонии прекрасной, но это будет лишь через длинный, длинный ряд тысячелетий, через миллионы лет, когда и луна, и земля, и светлый Сириус обратятся в пыль. А до тех пор... Ужас! Наденьте шляпу, вы простудитесь. Доктор ужас. Снял шляпу перед общей мировой душой. Ужас! Не так ли? Довольно! Занавес! Занавес! Пьеса окончена! Занавес! Пьеса окончена! Я упустил из виду, что писать пьесы и играть их на сцене могут только избранные. Я нарушил монополию, извините! Что с ним? Нельзя так, матушка. Нельзя так обращаться с молодым самолюбием. Да что я ему сказала? Ведь он сам предупреждал, что это шутка. Я и относилась к его пьесе как к шутке. Но все-таки. А теперь оказывается, что он написал великое произведение. Он хотел доставить тебе удовольствие. Однако он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред. Но ведь тут же претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер. Каждый пишет, как хочет, как может. Пусть пишет, как хочет, как может, но пусть оставит меня в покое. Очевидно, продолжения не будет. Браво! Мне можно выйти. Браво, браво. Браво, браво, браво. Мы любовались. С такой наружностью стыдно сидеть в деревне. У вас непременно должен быть талант. Вы обязаны идти на сцену. Это моя мечта, но она никогда не осуществится. Кто знает. Позвольте вам представить. Тригорин Борис Алексеевич. Я так рада. Я всегда вас читаю. Не смущайтесь. Он знаменитость, но у него простая душа. Надо поднять занавес, а то жутко. Яков! Подними-ка, братец, занавес. Помню, в Москве в оперном театре знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галерке бас из наших синодальных певчих. И вдруг... Можете себе представить наше крайнее изумление. Мы слышим с галерки. Браво, Сильва! На целую октаву ниже. Вот так низким голосом. Браво, Сильва! Театр так и замер. Тихий ангел пролетел. А мне пора.
прощайте. Мы вас не пустим. Куда так рано? Меня ждет папа. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать. Вас бы проводил кто-нибудь. Ну что вы, нет, нет. Остались бы на один час. Нельзя. Прощайте. Пойдемте, господа, и мы, а то сыро. У меня ноги болят. Пойдем, старик злосчастный. Да. Мадам, нет, можете себе представить, на целую октаву ниже. Право Сильва! А ведь не певец, простой синодальный певчий. А сколько жалования получает синодальный певчий? Это вы, доктор? Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание, это невыносимо. Мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она, и конца я не слышал. И все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вы должны продолжать. Я что хочу сказать? Художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Вы говорите продолжать? Продолжать. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом. Но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников, мне кажется, я бы все бросил. Бросил все. Где Заречная? Она уехала домой. Я хочу ее видеть. Мне необходимо ее видеть. Я должен поехать. Константин Гаврилович, идите домой. Вас ждет мама. Она беспокоится. Скажите, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое. Оставьте меня! Не ходите за мной! Нельзя так, милый. Нехорошо. Нехорошо. Прощайте, доктор. Благодарю вас. Молодость, молодость. Когда нечего больше сказать, то говорят молодость, молодость. Это гадко. Пойдемте. Погодите. Я не люблю своего отца, но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всей душой чувствую, что вы мне близки. Помогите мне. Помогите, а то я сделаю глупость. Надсмеюсь на своей жизни, испорчу ее. Не могу дольше. Ну в чем? В чем помочь? Я люблю Константина. Как все нервные. И сколько любви. Колдовское озеро. Что я могу сделать, дитя мое? Что? Что?
Маринушка, извини, ты спишь? Наконец-то мы веселы. А Костя где-то бродит с ружьем. Странный он какой-то. Вчера пришел уже поздно вечером, просит, чтобы я вышла. А к нам как раз кузина приехала из города. Я ему объяснила, что мне неловко, он обиделся. Ведь бывает же так, что неловко. Принцы, принцы, всюду принцы. Счастливы те, кто любит принцев. Едва вступив на набережную Круазет, я сразу встретил троих, шедших один за другим. А у нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых 3 дня. Я так рада. Она сегодня красивенькая, нарядная, интересная. Нарядная, интересная. За этого умница. Но не надо очень хвалить, а то сглазим. А где Борис Алексеевич? Он в купальне рыбу удит. Как ему не надоест? Что вы читаете? Мопассана на воде. Яков! Добрый день. Весьма рад вас видеть в добром здравии. Яков! Быстро, времени нет! Говорят, вы сегодня собираетесь с моей женой ехать в город. Это правда? Да, собираемся. Это удивительно. Великолепно. А на чем вы, интересно, поедете, многоуважаемая? На каких лошадях, позвольте вас спросить? На каких? Почем я знаю, на каких? Нет, на каких? Да ведь у нас же выездные есть. Ах, выездные. Это удивительно. Непостижимо. Извините, глубоко уважаемая, я преклоняюсь перед вашим талантом. Готов отдать за вас 10 лет жизни, но лошадей я вам дать не могу. Не могу! Но если я должна ехать, странное дело. Это удивительно. А вы знаете, что такое хозяйство? У меня рожь осыпается. Ну, знаете, это становится невыносимым. В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Извольте для меня нанять лошадей в деревне. Не то я уйду на станцию пешком. Ноги моей здесь больше не будет. В таком случае я отказываюсь от места. Можете себе искать другого управляющего. Сколько возьми? Почему до сих пор не убрали? Быстро! И так каждое лето. Каждое лето меня здесь оскорбляют. Мы уезжаем немедленно. Как он может отказать такой женщине, такой актрисе? Просто невероятно. Ну, что я могу? Это черт знает, что такое. Мне это надоело, в конце концов. Сейчас же подать сюда лошадей! Эй, кто-нибудь! Я помогу вам. Эй, кто там? В сущности, следовало бы вашего мужа выгнать отсюда в шею. Но ведь все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич попросит у него извинения. Я не выношу его грубости. Если бы вы знали, как это меня волнует. Я заболеваю. Евгений, дорогой, возьмите меня к себе. Время наше уходит, мы уже не молоды. Хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать. Мне 55 лет. Поздно менять жизнь. Я понимаю, вы отказываете, потому что кроме меня есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно, я понимаю. Вы доктор, вам нельзя избегать женщин, я понимаю.
Ну, что там? Ирина Николаевна плачет. А у Петра Николаевича астма. Пойти дать обоим валерьяновых капель. Я имел подлость убить эту чайку. Кладу у ваших ног. Что с вами? Скоро таким же образом я убью самого себя. Я не узнаю вас. Да. После того, как я перестал узнавать вас. Последнее время вы стали раздражительны. Выражаетесь какими-то символами. Вот эта чайка. Я слишком проста, чтобы понимать вас. О, что тут понимать? Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспех. Ваше охлаждение страшно, невероятно. Точно я проснулся и вижу, будто это озеро высохло или утекло в землю. Пьеса моя не понравилась. Вы презираете меня. Считаете заурядным, ничтожным, бездарным. О, как я это хорошо понимаю. Как понимаю. У меня в мозгу точно гвоздь. Будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь. Сосет, как змея. Вот идет истинный талант. Ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. Слова, слова, слова. Это солнце только показалось, а вы уже улыбаетесь. Взгляд ваш растаял в его лучах. Не буду мешать вам. Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте, Нина. Я вам не помешаю? Да нет, что вы, пожалуйста. Мы, кажется, уезжаем сегодня. А жаль, хорошо у вас здесь. Меня зовут. Должно быть, укладываться. А не хочется уезжать. А это что? Чайка. Константин Гаврилович убил. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Уговорить бы Ирину Николаевну, чтобы она осталась. М? Что вы пишете? Ну, так, сюжет мелькнул.
Сюжет для небольшого рассказа. На берегу озера живет молодая девушка. Такая, как вы. Любит озеро и счастлива и свободна, как чайка. Случайно пришел человек и от нечего делать погубил ее. Как вот эту чайку. Борис Алексеевич! Иду! Мы остаемся. Как странно. Известная артистка плачет еще по такому пустому поводу. Знаменитый писатель, портреты его продаются. О нем пишут во всех газетах, его печатают на иностранные языки. А он целый день ловит рыбу и радуется, если поймал двух головлей. Тут на окне должна была быть склянка с чернилами. Нету. Ничего. А вот скажите, как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что известно? Как? Должно быть никак. Что-нибудь из двух. Либо вы преувеличиваете мою известность, либо она вообще никак не ощущается. А если читаете про себя в газете? Когда хвалят, приятно. А когда бронят, потом два дня чувствуешь себя не в духе. Чудный мир. Как я завидую вам, если бы вы знали. Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование. Другим же, как, например, вам, выпало на долю жизни интересное, светлое, полное значение. Ваша жизнь прекрасна. Что же в ней особенно хорошего? Извините, мне некогда. Я должен идти и писать. Вы, как говорится, наступили на мою любимую мозоль, и вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Нос. С чего начнем? Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь, например, думает все о Луне. Вот и у меня есть такая своя Луна. День и ночь одолевает меня неотвязчивая мысль. Одна. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва кончаю повесть, как почему-то должен писать другую, потом третью, потом четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных, а иначе не могу. Что же здесь
прекрасного и светлого, я вас прошу. Вы просто избалованы успехом. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу, она возбуждает во мне непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин. Я чувствую, что если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о его будущем. Я говорю, говорю обо всем. Тороплюсь. Меня со всех сторон подгоняют, сердятся. Я мечусь из стороны в сторону. Вижу, что наука и жизнь уходят все вперед и вперед, а я отстаю. Отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов понимаю, что я умею писать только пейзажи. А во всем остальном я фальшив. Фальшив до мозга костей. Вы заработались. Вы недовольны собой, но для других вы прекрасны. За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я бы перенесла не любовь близких, нужду, разочарование, ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от сознания собственных недостатков, от недовольства собой. Но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей, шумной славы. Голова кружится. Прошу прощения, должен пойти распорядиться. Мне тоже пора. К сожалению, не смогу проводить вас. Прощайте, голубчик. Очень рад был с вами познакомиться. В серую коробку укладывать? Я сама. Я помогу вам. Семен Семенович. Пойду и я собираться.
А знаете, если бы он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. Это я вам по совести. А все же я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из сердца, и все. Каким же образом? Замуж выхожу за Медведенко. Это за учителя? Да. Не понимаю, какая надобность. Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я, а большинство тайно. Да. Да все водку или коньяк. Желаю вам. Вы человек простой. Жалко с вами расставаться. Мне самому не хочется уезжать. А вы попросите, чтобы она осталась? Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То вот стрелялся, то, говорят, собирается вызвать меня на дуэль. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Но ведь всем хватит места. И старым, и новым. Зачем толкаться? Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек и меня сильно любит. И его жалко, и его мать-старушку жалко. Ну-с, позвольте вам пожелать всего хорошего. Очень вам благодарна за доброе расположение. Пришлите мне ваши книжки с автографом. Только не пишите многоуважаемый, а так просто. Марии, родства не помнящие. Неизвестно, для чего живущий на этом свете. Прощайте. Чет или нечет? Чет. Нет. У меня в руке только одна горошина. Я загадала, идти мне в актрисы или нет. Хоть бы посоветовал кто. Тут советовать нельзя. Мы расстаемся и, пожалуй, более уж не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот медальон. Тут ваши инициалы и название вашей книжки. Спасибо. Вот и все. Иногда вспоминайте обо мне. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать вас такую, какую вы были в тот ясный день, помните? Неделю назад. Еще тогда на земле лежала убитая чайка. Больше нам говорить нельзя, сюда идут. Перед отъездом дайте мне 2 минуты, умоляю вас. Оставался бы ты дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Это кто сейчас вышел, Нина? Да. Мы не помешали?
водочки тоже прикажете уложить? Да. А книги отдай кому-нибудь. Тут в доме есть мои книги? У брата в кабинете, в угловом шкафу. Право, Петруш. Оставайся. Ну, что тебе делать в городе? Ну, особенного, конечно, ничего. Но все же будет закладка земского дома. А потом, знаешь, хочется хоть на часок вырваться из этой пескариной жизни. Почувствовать себя человеком. Ну что ж, живи тут, не скучай. Наблюдай за сыном. Вот уеду и не буду знать, от чего Константин стрелялся. Мне кажется, ревность. И чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше. Как тебе сказать? Были и другие причины. Человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Горе мне с ним. Вступить бы ему на службу, что ли? Мне кажется, самое лучшее, если бы ты дала ему немного денег. Прежде всего, ему нужно одеться по-человечески. Ты посмотри. Один и тот же сертучишка он таскает 3 года. Ну и погулять бы ему не мешало. Поехать за границу, что ли, это недорого стоит. Ну, пожалуй, на костюм я еще и могу. Ну, чтоб за границу. Да нет. В настоящее время и на костюм не могу. Нет у меня денег. Нет. Ты не сердись, милая. Я тебе верю. У меня нет денег. Будь у меня, я бы сам дал, но у меня нет ничего, ни пятачка. Всю мою пенсию забирает управляющий и тратит на земледелие. Скотоводство, пчеловодство, пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают. Да, у меня есть деньги. Но я актриса. Меня одни туалеты разорили совсем. Петруш, что с тобой? Петруша, родной мой. Ты милая, добрая. Что? Петруша? Опять со мной что-то. Эй, кто-нибудь! Да помогите же! Ему дурно. Воды. Ему дурно. Не пугайся, мама. Это не опасно. С дядей это часто теперь бывает. Тебе, дядя, надо бы полежать. Да. Да. Немного. А в город я все-таки поеду. Полежу и поеду. Страница 121, строки 11-12. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, иди и возьми ее.
он меня напугал. Он не любит деревню. Тоскует. Вот если бы ты вдруг расщедрилась, дала ему взаймы 1000-1500, он мог бы целый год прожить в городе. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша. Перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь. Садись. Ты как в челме. Вчера один приезжий на кухне спрашивал какой-то национальности. А у тебя уже совсем все зажило. Ты без меня опять не сделаешь, Чик-Чик? Ну что ты, мама? То была минута отчаяния. Это никогда не повторится. У тебя золотые руки. В последнее время я люблю тебя так же, как в детстве. Кроме тебя, у меня теперь никого не осталось. Зачем ты поддаешься влиянию этого человека? Ты не понимаешь его, Кость. Это благороднейшая личность. Благороднейшая личность. Мы с тобой почти ссоримся из-за него. А он теперь где-нибудь в саду или в гостиной смеется над нами, развивает Нину, старается окончательно убедить ее, что он гений. Для тебя наслаждение говорить мне гадости. Я уважаю этого человека. А я не уважаю. И прошу при мне не говорить о нем дурно. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением? Но прости, я лгать не умею. От его писания мне претит. Обыкновенная зависть. Людям бездарным только остается, что порицать настоящий талант. Нечего сказать, утешение. Таланты! Да я талантливее вас всех, коли на то пошло! Вы рутинеры! Захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы! А все остальное гнетете и душите! Не признаю я вас, ни тебя, ни его. Жалкий декадент. А ты отправляйся в свой театр и играй там в бездарных пьесах. Никогда я не играла в таких пьесах. А ты жалкого водевиля не в состоянии написать. Режевал. Скряга! Оборвыш! Киевский мещанин! Ничтожество. Не плачь. Не нужно плакать. Не плачь. Милые мои дети, не плачь. Прости меня. Прости меня, несчастный. Прости, прости, твой грех. Если б ты знала, я все потерял. Все. Она не любит меня. Я уже не могу писать. Не могу. Не огорчайся. Не огорчайся. Все обойдется. Мы уедем. И она снова тебя полюбит. Ну, будет. Будет, да? Мы уже помирились, да? Помирились? Да, мам. Помирись с ним. Помирись. Хорошо. Только позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело. Выше сил. Прости, я пойду.
тебя уже, надеюсь, все уложено. Да. Скоро подадут лошадей. Останемся еще на один день. Останемся. Я знаю, что тебя здесь удерживает. Ты немного опьянел, отрезвись. Ты же умница. Ты способна на жертвы. Будь другом, отпусти меня. Неужели ты так увлечен? Меня тянет к ней. Может быть, это именно то, что мне нужно. Отпусти. Любовь провинциальной девочки. Как мало ты себя знаешь. Ты должна понять меня. Я никогда не знал настоящей любви. В молодости было некогда. Я обивал пороги редакции, боролся с нуждой. А теперь вот она, эта любовь. Какой же смысл бежать от нее? Ты сошел с ума. Мы сегодня все сговорились мучить меня. Не понимает. Не хочет понять. Ну, посмотри на меня. Неужели я так стара и безобразна, что со мной можно, не стесняясь, говорить о других женщинах? Да ты обезумела. Гордость моя, мое блаженство. Если ты покинешь меня на один час, я сойду с ума. Да мог войти. Пусть. Ты мой, мой. И эти глаза, и этот лоб, и эти прекрасные волосы. Я не стесняюсь моей любви. Ты такой талантливый, умный. Ты единственная надежда России. Я одна понимаю тебя. Ну, посмотри мне в глаза, посмотри. Похоже, я на лгунь. Я одна говорю тебе правду. Одна. Мой милый, чудный. Ты не покинешь меня. Ты поедешь со мной. У меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози. Не отпускай меня ни на шаг. Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я поеду одна, ты потом приедешь через неделю, когда захочешь. В самом деле, куда тебе спешить? Нет уж, поедем вместе. Ну, как хочешь. Вместе так вместе. Что ты сам пишешь? Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. Значит, ехать. Пять вагон, станции, буфеты, сговоры. Да. Имею честь с прискорбием сообщить, что лошади поданы. Пора ехать, многоуважаемые. Поезд придет 25 минут. Я все сделаю. Спасибо. Так вы, многоуважаемые, наведите справки, где теперь находится актер Суздальцев. Жив ли, здоров ли? Вместе пивали когда-то. А вы не спешите. У нас еще 5 минут. Ограбленный почте играл неподражаемо. Изумительная личность. Изумительная. Ждем вас, многоуважаемая. Вот вам слив на дорогу. Сладкий, если захотите полакомиться. Вы очень добры. Прощайте, моя дорогая.
Коли что было не так, простите. Все было хорошо. Все было хорошо. Только вот плакать не надо. Время наше уходит. Что делать? Константин Гаврилович, матушка ваша уезжает, хотят проститься с вами. Ничего, Яков, спасибо. Мы уже простились. Я бы тоже хотел проводить, если можно. Вместе поедем. Прошу вас, Ирина Николаевна. Петруш, ты со мной? Нет, я там. Туда. Хорошо. Коробки туда. Борис Алексеевич. Прошу вас, господа. Прошу садиться, время не ждет. Вы счастливы. Спасибо, так. Милая. Письмецом бы осчастливили, многоуважаемая. До свидания, Борис Алексеевич. В городе не задерживайся, сразу домой. Дай бог, час добрый. Ну, не поминайте лихом. Я дала повару рубль, это на троих. Да здесь она, не волнуйся, здесь. Заходите в город, если не буду, несколько пачек чая и сахара. Маленький сквояж. Я забыл свою трость. Она, кажется, там, на террасе. Увидимся, я чувствовала. Я решила бесповоротно, жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже здесь не будет. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Остановитесь в Славянском базаре, дайте мне тотчас же знать. Молчановка, дом Грохольского. Я тороплюсь. Как они, однако, долго. Так ведь дождь, а до станции более 7 верст. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет. Когда я вчера вечером проходила мимо, мне показалось, будто в нем кто-то плакал. Ну вот. Поедем, Маш, домой. Поезжай. Поедем, наш ребеночек, небось, голоден. Пустяки, его Матрёна накормит. Жалко уж, третью ночь без матери. Скучный ты стал.
Прежде бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенок домой, ребенок домой. Поезжай сам. Твой отец лошадей не даст. А ты проси, он даст. Пожалуй, попрошу. Так значит, ты завтра приедешь? Ну, завтра, завтра. Пристал. Зачем это, мама? Петр Николаевич просил постелить ему у Кости. Давайте я. Старый, что малый. Так что же, я поеду. Приезжай. Прощайте, мамаша. Иди с Богом. Прощайте. Никто и не думал, не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава Богу, и деньги стали приходить из журналов, и красивый стал. Милый Костя, хороший, будьте поласковы с моей Машей. Оставьте его, мама. Она слабненькая. Женщине Косте ничего не нужно, только взгляни на нее поласковее, посветло. Ну вот, рассердили. Надо было приставать. Жалко мне тебя, Машенька. Очень нужно. Сердце за тебя переболело. Я ведь все вижу, все понимаю. Глупость все. Безнадежная любовь — это только в романах. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Переедем туда, все забуду. С корнем из сердца вырву. У меня теперь в доме шестеро, а мука 7 гривен пуд. Вот утвердись. Да, вам хорошо говорить, у вас денег куры не клюют. Денег? За 30 лет практики, друг мой, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, я сумел скопить всего 2000. Да и тебе прожил за границей недавно. У меня ничего нет. Ты не уехал? Чушь, когда лошадей не даю. Глаза мои тебя не видели. А где сестра? Она уехала на станцию встречать Тригорина. Скоро вернется. Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Вот история. Я опасно болен, а мне не дают никаких лекарств. А чего вы хотели? Бриллиантовых капель, соды, хины. Начинается философия. Вот наказание-то. Это для меня постелили? Для вас. Благодарю. Чудный месяц плывет по ночным небесам. Вот хочу дать Косте сюжет для повести, которая должна называться так. Человек, который хотел. L'homme qui a voulu. В молодости я хотел сделаться литератором и не сделался. Хотел красиво говорить и говорил отвратительно. Хотел жениться и не женился. Хотел всю жизнь жить в городе, и вот кончаю свою жизнь в деревне. Вот и вся повесть. Хотел стать действительным статским советником и стал. К этому я не стремился, это вышло само собой. Выражать недовольство жизнью в 67 лет, согласитесь, это невеликодушно. Да ведь жить-то хочется. Всякая жизнь должна иметь конец. Вы рассуждаете, как сытый человек. Но умирать, поверьте, и вам будет страшно.
Расскажите вы ей, цветы. Мы вам мешаем работать? Нет, ничего. Позвольте вас, доктор, спросите. Какой город за границей вам больше всего понравился? Гена. Почему Гена? Там превосходная уличная толпа. Движешься среди этой толпы без всякой цели. И начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа. Вроде той, которую в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Где она и как? Должно быть здорово. Мне говорили, будто она провела какую-то особенную жизнь. В чем дело? Это, доктор, длинная история. А вы покороче. Она убежала из дома и сошлась с Тригориным. Это вам известно. Знаю. Был у нее ребенок. Потом ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям. Впрочем, никогда не покидал прежних. А так как-то, по бесхарактерности, ухитрялся и тут, и там. В общем, насколько мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно. А сцена? Кажется, еще хуже. Прелестная была девушка. Что? Я говорю, прелестная была девушка. Действительный статский советник Сорин даже был влюблен в нее некоторое время. Старый ловелас. Ага. Однако они задерживаются. Не будем терять время. Это скоро ужин вас позовут. Присаживайтесь, господа. Да, я слышу голос мамы. Это что? А вот и Борис Алексеевич. Ах, как у нас тепло. Мы все стареем, поветриваемся, а вы, многоуважаемые, все так же прекрасны и молоды. Опять вы хотите меня сглазить, скучный вы человек. Что вы все хвораете, Петр Николаевич? Нехорошо. Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться. Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом. Вот, прошу. Благодарю, вы очень любезны. В Петербурге и в Москве вообще очень вами интересуются. Спрашивают все, какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Все почему-то думают, что вы уже не молоды. Вы таинственны, как железная маска. Надолго к нам? Да нет, думаю, завтра в Москву надо заканчивать поезд. Потом обещал кое-что дать в сборник. Ну, в общем, старая история. Здравствуйте, Марья Ильинична. Узнали. Замужем. Давно. Счастливо. А мы здесь лото затеяли. Да? Так не хотите ли до ужина сыграть партию? Садитесь, господа. Рассаживайтесь. Пожалуйста. Пожалуйста. Так я пойду, Маша. Пешком в такую погоду. Так, ну, всего 6 верст. Прощайте, мамаша. Прощайте, господа, я бы никого не беспокоил, так ведь ребеночек. До свидания, голубчик. Свою повесть прочел, мою даже не разрезал. Афиша на заборе гласила: бледное лицо, обрамленное волосами. Гласила, обрамленное. Я так много говорил о новых формах, а теперь сам чувствую, как сползаю к рутине.
Григорин выработал себе прием, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и темнеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь. А у меня и трепетный свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля. Это мучительно. И вообще, доктор, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Пишет, потому что это свободно льется у него из души. Евгений Сергеевич! Костя! Пойдемте. Не хочется. Идите, я почитаю. Когда наступают осенние вечера, здесь все играют в лото. Старинное лото, в которое играла наша покойная мать, когда мы были детьми. Игра скучная, но если привыкнуть, ничего. Ставка гривенник, господа. Доктор, поставьте, пожалуйста, землю. Я начинаю. 31. А есть. 32. 86. 81. Не спеши. 74. 33. Как меня в Харькове принимали. 51. До сих пор голова кружится. 34. Студентовацию устроили. 27. Три корзины цветов, букет. 30. Ровно 30. 58. На мне был изумительный туалет. 22. А где же Костя? 38. Костя! 77. В газетах его бронят очень. 59. Охота обращать внимание. 36. Ему не везет. Никак не может впасть в настоящий тон. 44. Что-то странное и неопределенное, ни одного живого лица. 65. 44? Да. 87. Петруш, тебе скучно? 13. Спит. Спит, действительно, статский советник. 67. Я верю в Константина Гавриловича. 21. Что-то есть, что-то есть. 3. Он мыслит образами. Рассказывал красочный, яркий. 79. Жаль только, что у него нет определенных задач. 24. Двенадцать. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель? 89. А я, представь себе, даже еще и не читала. Все некогда. 62. Каюсь. 72.
Кто здесь? Это вы, Нина, вы? Я точно предчувствовал. О, моя добрая, моя ненаглядная. Пойдемте. У вас есть кто-нибудь? Нет, нет, пойдемте. Заприте дверь, а то войдут. Никто не войдет. Я знаю, здесь Ирина Николаевна, заприте. 31. Здесь нет замка. Не бойтесь, никто не войдет. 44. 32. Дайте я посмотрю на вас. 3. Хорошо здесь. Тепло. Я сильно изменилась. Да, вы похудели. Глаза у вас стали больше. Нина, как странно, что я вас вижу. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего не приходили? Я знаю, вы здесь живете почти неделю. Я каждый день ходил к вам по несколько раз. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали. Я с самого приезда все ходила тут, около этого озера, около вашего дома. Давайте сядем. Сядем и будем говорить. Хорошо здесь. Тепло, уютно. Слышите ветер? Помните, у Туркенева? Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол. Я чайка. Нет, не то. О чем? Да, Тургенев. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам. Нина, не надо. Чего мне легче? Так вы стали уже писателем. Вы писатель, я актриса. Попали мы с вами в круговорот. Жила я радостно, по-детски. Любила вас, мечтала о славе. А теперь вот. Завтра ехать в Илец с мужиками в третьем классе. А в Ильце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь. Зачем в Елец? Взяла ангажемент на всю зиму. Надо ехать. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма. Но каждую минуту я осознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор, как я потерял вас и как начал печататься, молодость моя вдруг как оторвала. Мне кажется, что я прожил на свете 90 лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили. Куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо. Это ласковая улыбка, которая светила в лучшие годы моей жизни. Зачем он так говорит? Зачем? Я одинок, не согрет ничьей привязанностью. Мне холодно, как в подземелье. И чтобы я не писал все это сухо, черство, мрачно. Останьтесь здесь, Нина, умоляю вас, останьтесь. Или позвольте мне ехать с вами.
Нина, зачем? Бога ради. Дайте воды. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Мне надо убить. Я так утомилась. Отдохну. Отдохнуть. Я чайка. Нет, не то. Я актриса. Не огорчить бы, и на том спасибо. Прекрасный город, четыре, Латвия. Вся Москва зачитывает. Я знала, что он здесь. Не верил в театр, смеялся над моими мечтами. Мало-помалу я тоже перестала верить. Упала духом. А тут забота, ревность, постоянный страх за маленького. Стала мелочной, ничтожной, играла бессмысленно. Вы не понимаете, Кости, этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Потом девочка моя умерла. Сюжет для небольшого рассказа. О чем я? Да, я говорю о сцене. Теперь уж я не та. Я настоящая актриса. Играю с наслаждением, пьянею на сцене. Чувствую себя сильной, прекрасной. И чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы. Я теперь знаю, понимаете, Костя, знаю, что в нашем деле все равно, играем ли мы на сцене или пишем. Главное, не блеск, не слава, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умение нести свой крест и веры. Я верую, и мне не так больно. Когда я думаю о своем призвании, я не боюсь жизни. Вы нашли свою дорогу. Вы знаете, куда идете. А я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание. 13. Не знаю. Что-то из испанской жизни. 22. Комедия. Мне пора. 85. 39. Прощайте, Костя. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? Я еле на ногах держусь. Я истощена, мне хочется есть. Останьтесь, я дам вам поужинать. 63, 26. В прошлом году на воздух мы познакомились с Буланжери. Это мак и волшебник. Мак и волшебник. Извини, по-моему, он просто шарлатан. Ну, Борис Алексеевич вообще не верит. Нет, я сама. Я тоже не верю. Я, разумеется, не говорю, а ты слушай. Значит, она привезла его с собой. Что ж, ничего. Видите, Тригорин, не говорите ему ничего. Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде. Сюжет для небольшого рассказа. Люблю, люблю, да отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя. Помните? Какая чистая, светлая, радостная, теплая жизнь. Какие чувства. Чувства, похожие на нежные, изящные цветы. Помните?
Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени и пауки, и молчаливые рыбы, обитавшие в воде, и морские звезды. Прощайте, Костя. Восемьдесят три, семь, 88. У меня партия, господа. Ну. Браво, браво, браво. Этому человеку всегда и везде везет. Ну, а теперь, господа, давайте что-нибудь закусим, а то наша знаменитость сегодня не обедала. А потом, если хотите, продолжим. Должно быть, в моей походной аптечке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. Пойду погляжу. Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. Я вновь представлен, что не очарован. Я в ясную его. Ох, Господи, как я испугалась. Мне это напомнило. Даже в глазах потемнело. Так будем ужинать, господа. Не забудьте красного вина и пиво для Бориса Алексеевича. Борис Алексеевич, тут месяца два назад была напечатана одна статья. Письмо из Америки. Я хотел вас спросить. Я очень интересуюсь этим вопросом. Уведите отсюда Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился.